цифровая валюта для помощи другим. Биткоин и технологию блокчейн стали все больше использовать в благотворительных целях. Во время урагана Ирма, который обрушился на берега Центральной и Северной Америки, люди с готовностью вызвались помочь жертвам стихии. Многие присланные пожертвования были в криптовалюте. Популярность цифровой валюты в благотворительности объясняется прозрачностью отслеживания транзакций и применения средств. Основатель благотворительной организации Майкл Йонг отмечает: «Наверняка вы наблюдали многочисленные скандалы, в которых благотворительные пожертвования используются в личных целях. Очень сложно понять, куда поступают пожертвования. Но блокчейн и криптовалюта может изменить это».